Так внутри выглядит лазерный уровень. Кнопочки, батарейный отсек, вот отражатель. Это просто стекляшка, которая вставляется в соответствующие пазы. И вот сам модуль. Да, вот здесь вот кнопка должна ходить. То есть, чтобы включился, он должен просто вниз подвинуться и разблокировать сам вот этот болтающийся кронштейн. Сейчас я попробую поближе. Вот так вот. С этой стороны. Сфокусировался. Вот он просто ее ослабляет, и она спокойно болтается. Там грузики подвешены. Вот один грузик, второй грузик. И внутри лазер стоит. Через вот такие вот призмы. Он светит в разные стороны. Все простейший механизм. То есть у нас есть вот эта кнопка. Это выступающая часть, курочек. Он вставляется в этот паз и, соответственно, его нажимает. Да, разблокируется грузик, который становится по горизонту, и нажимается вот эта кнопочка, да, которая от аккумов подает питание на плату. И все, все элементарно. Ну, вот так это выглядит в собранном виде. Вот эта штука, она приклеивается. Соответственно, она отрывается, чтобы разобрать, вот так вот отрываете и все, обратно потом на какой-то клей. Включаем.